27 января 2024 год. Сегодняшний мой каламбур, я бы даже сказал, только что шни. Только что шни. Звучит так. Если Россия, сказать наоборот, будет описаны мои с ней отношения. Я и ссор. Россия, я и ссор. Написала, соответственно, сегодня 27 января 2024 года. Если Россия, сказать наоборот, будут описаны мои с ней отношения. Я и ссор. Каламбурчик. Про Россию у меня непропорционально много. Ну, у кого что болит, тот о том и говорит. Россия — это когда жопа мира считает себя пупом земли. Вчера даже Савромат меня процитировал в эфире. Это мой давний афоризм. Россия будет первой страной мира, которую съела моль.